Привет, друзья! С вами старый добрый Макс и Глебыч. Приехали, сейчас мы на пляж и будем сегодня заниматься спортом. Будет у нас сегодня убойная тренировка по боксу. Глебыч, ты занимался когда-нибудь боксом? Нет. Нет? Ну ладно. Короче, у меня есть один комплект перчаток для бокса, лапы такие, чтобы дубасить перчатками. Будем заниматься, короче говоря, по очереди. Сегодня прекрасная погода. Я думаю, она нам поможет позаниматься спортом. Ну что, Глебыч, ты готов? Да. Тогда погнали! Все, записывай. Чики-пики, погнали. Ладно, чтобы не получить травму, начнем с разминки. Знаете, вот это все делать, так шею крутить, вещь, которая вас достает все время, когда вы занимаетесь танцами. Вот сейчас мы будем это как раз и делать. Давай, вот сначала с головы. Начинаем, сейчас будем заниматься боксом. Давай. Значит, сначала я тебе покажу движение. Одену тебе маску, боксерскую. И будешь ты держать лапы. Я буду дубасить по ним. И буду тебе рассказывать про все движения. Понял? Давай, одевай. Ага, как давно я их не одевал. Любой может заходить, и они ему будут как раз. Сейчас я буду отрабатывать одиночные удары. Встаем. Позицию вот так вот. И сначала буду бить правой. Раз. Два. Раз. Два. Готов. Теперь левой. Так, поближе. Подойди. Раз. Два. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Сейчас буду отрабатывать двушечку. Фу-фу! Раз-два! 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 Поближе! Раз-два! Раз-два! Сейчас будем отрабатывать следующий удар. Я делаю двушечку. Раз-два. И ты медленно проводишь надо мной. Вот так. Я ныряю. И выныриваю. Well, только так помедленнее сначала, потом ускоряюсь. Well. Раз-два! 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 Ты не низко, вот так делай. Проводи вот так. Раз-два! 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 Сейчас делаем то же самое, только другой рукой. Левой. Нет, то есть правая это же. Так. Ты помнишь? Только на свет проводи вот так. И не нагибайся так. Раз-два! 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 Ну давай, раз-два, блин! Раз-два! Теперь отрабатываем следующий удар. Уже чуть посложнее. Короче, я тебя буду бить вот так вот крестом. Раз-два, раз-два. А пока я бью, ты немножко отходишь назад. Понял? И продолжаешь идти. До тех пор, пока не свалишься. Жучу, ладно. Три, два, один. Раз, два. 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 Глеба, сейчас делаем то же самое, только теперь ты на меня идешь, а я отхожу, пристукивая. Давай, начинаем. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Сейчас делаем предпоследнее движение. Смотри, короче, что ты должен сейчас делать? Я делаю двушку, ныряю, ты проводишь надо мной руку,
Я выныриваю, ты поставляешь свою правую руку вот сюда, челюсти, ну не прям челюсти, а вот так вот. И чтобы ты закрыл мой удар. Иначе, если я ударю, попадет по челюсти. Понял, значит, ты должен... Давай попробуем медленно вот сейчас. Раз, два. Раз, два, проводишь. Так, только ты не беспокойся, закрывай сразу. Раз, два. Нет, проводи. Раз, два. Молодец. Еще раз. Раз, два. Раз, два. Два. Раз, два. Ниже. Главное, ты не бойся. Смотри, ты делаешь раз, два, и потом вот так вот поверх проводишь, и у тебя получается вот так вот. И потом ты закрываешь, не надо. Не бойся, я не Рокки Бальбоки, и ты не черная смерть, я тебе не ударю, не бойся. Раз, два, проводи ниже. Нет, чуть повыше. Раз, два, проводи и ставь. О, молодец, молодчина. Давай, делай, теперь побыстрее. Раз, два. Раз, два. Проводи посередине. Вот просто делай, попробуй сделать вот так. Вот так и делай. Раз, два. Получилось, молодец. Сейчас отдохнем, попьем водички, а после этого поменяемся ролями. Я тебе дам перчатки, а ты мне лапы. И теперь я уже буду держать, а ты будешь бить по лапам. Я тебя научу некоторым движениям, ударам. Ладно, пошли воду пить. У вас вообще в школе дерутся? Да. Да? Что, реально? Да. Тебя били? Парочку раз. А ты им мог ответить? Угу. Да? Ну теперь ты сможешь им посильнее ответить, прям в челюсть, как на! И готово. А девчонки дерутся? Прям реально даже ни одна не дерется? Ну, у вас тут... Круто в России. А у нас вообще даже никто не дерется. Все спокойные, сидят на своих партах и едят булочки. Да. Или некоторые идут играть в футбол или в настольный теннис. Я иду играть в настольный теннис. А у вас вообще есть там настольный теннис или футбол на переменке? Можно поиграть? Ну, да нет, не получится. Футбольная площадка только есть там на 30 земель. Нас даже бегать нельзя в школе. Потому что в новостях был один случай. Так. Понятно. А что ты делаешь на переменках? Ну, если бегаю, то только скрытно. Понятно. Ладно, давай, пошли заниматься боксом. Сейчас будем меняться. Спасибо, что побыл сегодня моим напарником. Теперь я тебе научу пару ударов, чтобы тебя не обижали в русской школе. Я же перчатки. Это вообще, да я тебе помогу сейчас. Что вот это чья-то злая челюсть. О, давай, бей по ней, просто бей. Так. Ладно, смотри, что ты делаешь. Вот просто опять стукни. Пока ты вот стукаешь, что-то может тебя треснуть, понимаешь? Угу. Пока ты вот так вот делаешь, о! А! Тебя кто-то может треснуть. Поэтому смотри, сейчас научу тебя, как нужно стоять, когда ты занимаешься боксом. Локти вниз. Руки перед собой, так, одна чуть вперед, это у тебя будет, наверное, левая, да, левая у тебя вперед, и теперь просто бей, ладно, и смотри, и рука всегда должна возвращаться на то же самое место, откуда она пришла, вот, например, правая стояла вот тут вот, да, позади левой вот так, тогда нужно стукать вот так, смотри, раз, и обратно, раз, и обратно, раз, и обратно, давай. Да, Глеба, все у тебя классно получается, только нужно исправить несколько ошибок. Вот смотри, ты стоишь вот на прямых ногах, так не надо. Нужно стоять вот на согнутых коленках, вот так. И не на правой, и не на левой, а на обоих. Вот так просто прыгнул, приземлился и согни, просто согни. И вот так чуть-чуть пошатай сейчас. О, почувствовал. Значит, так тебе удобно сейчас стоять. Еще, смотри, когда ты бьешь, ты толкаешь, а не бьешь. Вот смотри, ты делаешь вот так вот. А так делать не надо. Нужно вот, чтобы удар был хлесткий прям. Вот так вот, смотри. Раз, 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 раз. По
Давай, пробуй. Коленки согнул. Сейчас нужно опять исправить несколько ошибок. Так-то все круто. Только смотри. Когда ты бьешь вот так вот. Смотри. Вот, вот так вот ты бьешь. А так бить надо. Нужно смотреть. Вот держишь ты руки в своей позиции. И просто так прямо снизу вот так делаешь. Ну-ка попробуй. Нет? Смотри. Вот с этой стороны, смотри, вот так локоть выводи вот сюда, вот так. Вот. И вот так просто бей. И пока ты выводишь, выпрямляй руку. Попробуй. Во! Так получается. Попробуй еще несколько раз. Так, выпрямляй только. Нет, выпрямляй. Ладно, давай-ка я лучше сейчас сниму лапы и объясню по-нормальному. Ну что, пришло время стать твоим экзоскелетом, как в Call of Duty. Вот смотри. Сейчас исправлю несколько ошибок опять. Смотри. Вот держишь ты, стоишь в своей позиции. Коленки сюда тычу. Вот. Ладно. Эта рука закрывает у тебя челюсть. Потому что если ты пропустишь один удар в челюсть, ты упадешь. Будет нокаут. Эту держишь как... Стой в своей позиции. Ладно. Вот так вот. Прямо. И обратно. Так вот. Прямо. Подожди. Еще раз. Локоть выводишь. Вот так. Все. И локоть у тебя тут должен быть... Прямым, вот так вот, смотри. Во. А когда обратно возвращаешься, он стоит у тебя в позиции. И все. Ладно, смотри. Сегодня отработан только один удар. Это вот так вот. После того, как ты его дома еще попрактикуешь чуть-чуть, да, чтобы он был у тебя в совершенстве, мы будем делать уже двушечку. Раз, два. Наклон. Так вот, в челюсти потом просто идти прямо крестом. Это все попозже. Но сейчас делаем только один удар. Давай, попробуй. Согнул коленки, давай. Делай. Нет? Давай. Мощнее! Делай. Левой рукой. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Не отпрыгивай. Стой на месте. Раз. Два. Раз. Два. О! Сильнее. Левой руки. Супер. Молодец. Классно сегодня, Глебыч, ты поработал. Сейчас у меня там есть в портфельчике пару мандаринок. Покушаем сейчас и отдохнем. Пойдем. Ну вот, держи. Глебыч, суперски сегодня позанимались. Тебе понравилось, а? Конечно. А ты что думал, что не понравится, я это брошу? Да ладно. Ну, я думаю, все нормально. Супер, с братан, позанимались сегодня. Круто. Ах, ну я хорошим тренером был. Да, разумеется. Ну ладно, спасибо за комплиментик. В принципе, друзья, это все на сегодня. Хочу вам кое-что сказать, что играть в Майнкрафт — это, конечно, круто, но в реальной жизни тоже нужно заниматься спортом. С вами был я, Максим Ротков, и мой друг Глебыч. Берегите себя, заботьтесь о своей мандаринке.